В голосе, исходящем из глубины души баритона Сара Саргисяна, трагедия, боль утраты родины, неприкаянность и свет надежды на возвращение, горечь, объединившая армянский народ с жестоким словом «геноцид». Память о массовом уничтожении армян в Османской империи, являясь незаживающей раной спустя 95 лет, жила в сердце баритона мечтой о проведении музыкального вечера, посвященного трагедии 1915 года. Концерт, собравший представителей армянской диаспоры в Грузии, организован Михаилом Авакяном, руководителем организации ШЭН. Вечер был организован как бы по инициативе баритона, вокалиста, который здесь представлен. Он предложил посетить Грузию. До концерта в Тбилиси он побывал в Батуми, в музыкальной школе имени Закария Палиашвили дал концерт. Под звуки рояля оживают романсы композиторов Рахманинова и Чайковского, творения Люци и Грига, а проникновенный лиризм армянских народных песен очаровывает необычностью классического звучания. Одиночество и скитальческий дух, лейтмотивом проходящий через весь репертуар, слышны в народной песне «Журавль», переложенной на классический лад очевидцем событий 1915 года армянским композитором Комитасом. В этих произведениях как раз-таки чувствует весь трагизм вот этого, фактически его состояние души. И он это он выразил в своих произведениях. Но вот самые такие произведения, где он особенно отличаются, и действительно вот они признаны все, это «Крунг» и «Дели Яман». Горечь утраты, переданная силой голоса, находит отклик в сердце каждого. Он говорит с душой на особом, понятном лишь немногим языке. Сюжетная линия песни «Киликия» переплетается эмоциональная, народная боль за родину. Именно родную Киликию армянскому народу пришлось покинуть из-за учиненной Османской империи этнической чистки. Слова песни «За тебя молюсь, Родина» проходят особым рефреном. Было очень впечатлительно, очень было приятно слушать. Что сказать? Я очень рада, что в Армении не забывают нас, что мы здесь в Грузии существуем. История этой трагедии в памятной брошюре, подготовленной руководителем организации ШЭН Михаилом Авакяном. Овации и признания, выраженные в восторженном браво, звучат наградой за вечер в память о жертвах геноцида, мажорным аккордом, свидетельствующий о несокрушимости духа армянского народа.